С 2017 по нынешний год свои права в Бурятии восстановили больше 1000 дольщиков. Произошло это во многом благодаря тому, что в республике появился фонд их поддержки. Перед Новым годом сразу 5 домов сдали в 140-м А микрорайоне и 3 дома в микрорайоне 105-й. Региональным фондом планируется в 2022 году ввести в эксплуатацию тоже дома таких застройщиков, как «Домстройкомплект», «Тамир». И по первому этапу строительства о сетистрой. На данный момент также у нас имеется проблемный объект, это по бизнес-инвесту. Сам застройщик бизнес-инвест планирует все-таки ввести в эксплуатацию жилой дом за счет собственных средств. Сейчас идет процедура уточнения площадей квартир, сообщают в фонде поддержки дольщиков Бурятии. Мы планируем, что вот эти все подготовительные мероприятия мы проведем до конца января, начала февраля. А уже в феврале мы приступим непосредственно к самой процедуре передачи квартир. Само собой разумеется, что передача квартир будет осуществлена при полной оплате стоимости жилья по тем ценам, которые были предусмотрены договорами долевого участия. Существенное продвижение вперед в решении проблем обманутых дольщиков во многом результат совместной работы Минстрой Бурятии и регионального фонда. Восстановить права абсолютно всех дольщиков в Бурятии планируют уже в следующем году. Мария Латышева, Вячеслав Батуев. Новости дня.